Все маленькие утомились и спать завалились. Всем-всем доброго вечера. И Донечка тут так аккуратно легла. Да, девочка тоже спать легла уже. Все, Донечка, устала, да, с малышами, скажи. Скажи, и играла, и гуляла сегодня. Столько дел было, да. Ой, еще и Хуня прямо... Милая мордуня, вот так вот. Вот так вот, да? Ой, какой большой позевун. Какие большие зубки. Какие хорошие зубки. Да, у тебя тоже хорошие зубки, да. Тоже позевулькина такая-то. Позевулькина. А Фейка еще одну лежанку так скажет. Так, не подходить. Все лежанки мои, я жадина. Я жадина говядина, да? Ой, те батюшки. А Лялька говорит, я все равно к тебе лягу и буду тебя целовать и обнимать. Господи, что за маленькие чудесатые собачки? Что, надо всем, Фионочка, Феюшка, надо всем пожелать спокойной ночи. Да, всем спокойной ночки пожелать и приятных снов. А тут эти две целуются. Все такие целовашки, обнимашки, да? Да, Тонечка, все целовашки, обнимашки. А ты уже все скажи, я уже сонная и хочу спать. Я набегалась, ничего наделалась. Да, я сейчас тоже чай попью и тоже спать пойду. А эти вот маленькие личности заползут ко мне на кровать. Обязательно на кровать. А как же? Ой, целовашки продолжаются. Ну, а мы всем хотим пожелать вам спокойной ночи, приятных, радостных снов. И до завтра, наши дорогие.